Стены камерного театра облачились в весенние цвета. В здании появились горы, реки, озера, ну и, конечно же, цветы. Все эти творения созданы рукой местной художницы. Здравствуйте, расскажите, что вы хотели передать своими картинами? Здравствуйте, у меня картины, вообще вся эта выставка про исцеляющую живопись. Я хотела передать исцеление. Самое эксклюзивное этой выставки то, что можно картины трогать. То, что делать никогда и нигде нельзя, ни при каких условиях. В первую очередь весна ассоциируется, конечно же, с цветами. Все участники мероприятия могли пройти краткий мастер-класс по созданию трендовых букетов. Расскажите, как создать объемную композицию, при этом, чтобы не было ничего лишнего. Трендовый, наверное, букет – это сезонный букет, вот в данном случае, да? Зелень, мимоза, веточки березы, которые у вас распустятся потом в вазе в тепле. Для представительниц прекрасного женского пола подготовили показ весенней коллекции одежды. В него вошли 8 образов пастельных тонов, которые подготовила челябинская дизайнер одежды. Коллекция больше в таком фольклорном стиле, с элементами романтизма, и с портшиком. Сразу в одном месте можно было не только посмотреть коллекцию одежды и насладиться картинами, но и поучаствовать в дегустации весенних ароматов духов, а также пройти мастер-класс по созданию макияжа. Ну и в конце концов просто хорошо провести время. Диана Пуцунтян, Андрей Грищук, 31 канал.